Во дворе пятиэтажки на Сахарова 24 непривычно шумно. Здесь трудится бригада строителей. Они проводят капитальный ремонт цоколя и отмостки. До начала работ конструкции не выдерживали никакой критики. В данный момент, вы видите, проводится работа по штукатурке цоколя. Также по ремонту входов в подвальные помещения. И, соответственно, будут отремонтированы дверные проемы в подъезды. Работы начались на прошлой неделе. Сейчас строители идут с опережением графика, чего не ожидали жители дома. Выполнен большой объем работ. По всему периметру дома залита новая бетонная отмостка, которая должна прослужить не одно десятилетие. Тут, видите, сами сколы уже на цоколе. Их надо как бы убрать все, чтобы было красиво смотрелось это все. А отмостка делается для того, чтобы фундамент не подмывало с крыши дождем. А принципы делаются, выставляется опалубка. Делается песчаная подушка, соответственно, ложится армированная сетка и заливается. На общем собрании собственников приняли решение о проведении капитального ремонта фундамента и отмостки. Дому 40 лет, поэтому основным конструкциям был необходим ремонт. Качество работ хорошее, мне нравится. И оперативно все сделали, ребята учли наши замечания, которые мы, в принципе, согласовали со строителями перед началом работы. Вот, поэтому все хорошо. За несколько лет силами ТСЖ дома на Сахарова 24 проделана большая работа. Поставлен прибор учета теплоэнергии, заменен ввод магистрального водопровода в дом. И сейчас фундамент и отмостка. Впереди новые проекты и ремонты. Андрей Шилин, Максим Колосов. Новости провинции.